Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу вам рассказать, как активировать виртуальные карточки «Твой бонус», которые мы сейчас в 13-м каталоге по 22 сентября собираем за наши заказы. Я еще раз вам хочу напомнить, что эти карты виртуальные и добавляются в личный кабинет карточки «Твой бонус» только после оплаты вашего заказа. Если вы оформили заказ на сайте, но еще его не оплатили, то карточки вам еще не добавятся, то есть добавятся они вам сразу после полной оплаты вашего заказа. Итак, давайте смотреть, как же активировать карточки «Твой бонус». В личном кабинете у вас вот здесь есть разделы. Находим третий раздел, который называется «Купоны и карты». Кликаем, открываем этот раздел, и у нас высвечивается два подраздела. Первый – это «Купоны». Сейчас в 13-м каталоге мы с вами отовариваем наши купоны со скидкой 50%, приобретаем парфюмы. Купоны мы с вами не активируем, то есть они добавляются у нас всегда сразу в промо-акции. А вот карточки «Твой бонус», сейчас у нас вот эти карточки называются «Миллион в кармане», где будут разыгрываться два главных приза. И вот карточки «Твой бонус», они тоже у нас виртуальные, но их необходимо будет активировать. Что же для этого нужно сделать? Кликаете на саму карту, то есть где у нас написано «Миллион в кармане», и у вас ниже открываются карточки «Твой бонус». Вот у меня на данный момент доступно 10 карточек, но я их еще не активировала. И у нас ниже добавляется по 3 карты, но у меня карточек 10, поэтому мне необходимо нажать вот здесь вот на надпись красным шрифтом «Раскрыть весь список доступных карт». И все 10 карточек мне откроются, и я смогу их активировать. А в противоположной стороне, в правом нижнем углу, список активированных карт. Если вы нажмете на этот список, то вам откроется весь список ваших карт, и вы можете их просто взять и проверить. Итак, давайте с вами попробуем активировать. Первая карточка, которая мне попалась, это скидка на серию средств для ванны и душа из каталога 14, 50%. И мне необходимо активировать. Я могу либо активировать эту карту, либо поделиться этими картами, особенно если у вас есть клиенты, и у вас они делают заказы, либо вы, может, с кем-то хотите поменяться скидками, тоже можно это все сделать. У меня доступна одна карта, активирована 0 и подарена 0. Я кликаю на красное поле, красную таблицу, и у меня вот здесь высвечивается номер моей карты, код активации и соцсети и мессенджеры, в которых я могу поделиться, если я захочу, своей карточкой «Твой бонус». Я хочу активировать карту, поэтому я кликаю на черное поле, и моментально моя карта активирована. И ниже у меня высвечивается, что доступна одна, активирована одна карта. И теперь сначала действие 14 каталога, и на протяжении действия всего 14 каталога я смогу отоварить эти карты. Если вы делаете свой заказ в конце 13 каталога, то вы сможете, и допустим вы собираетесь оплатить заказ в 14 каталоге, так как там вы уже набрали необходимое количество баллов, бывает и такая ситуация, то тогда вы сможете и на протяжении всего 14 каталога также активировать ваши карты, приобрести по ним товары. То есть вы активируете и приобретаете продукцию по карточкам «Твой бонус» до 13 октября. И вот с 23 сентября по 13 октября приобретаете продукцию по этим картам. Далее следующая карта – это у меня скидка 40% на декоративную косметику. Я также кликаю на красное поле и нажимаю «Активировать». Карта активирована. Все предельно просто, доступно и понятно. Нет ничего сложного, поэтому я думаю, что здесь справится с этой задачей каждый. В общем, вот таким образом я раскрываю весь список карт и затем вот их потихонечку нажимаю на красное поле под каждым, активирую и смотрю, что доступна одна, активировала я одну. Но здесь у меня по одной штучке. Если кому интересно, давайте посмотрим, какие призы попались. Две мы с вами активировали. Дальше у меня 50% скидка снова на декоративную косметику, на уход за кожей 40%, аромат со скидкой 50% и уход за кожей снова 45%. 5 колготки с хорошей скидкой 40%. И также я выиграла
кусковое мыло, путешествие, бьюти-кафе в подарок. То есть у нас в этих карточках попадаются еще и подарки. Вот, например, у меня здесь две карточки попалось, то есть я могу взять затем два мыла себе в подарок. Конечно, подарок тоже получить очень приятно. И вот здесь у нас снова мне попался подарок. Это гель для душа Витамания. Здесь у меня одна карта. И вот здесь вот мы смотрим список активированных карт. То есть я кликаю и смотрю. Ну вот у меня это еще карты вот предыдущие, когда у нас были акции. А вот последние карточки, все то, что я выиграла, все здесь есть. Поэтому пользоваться очень просто, понятно. И я думаю, что вы обязательно, конечно же, справитесь. Поэтому обязательно активируйте, обязательно не забывайте оплатить ваш заказ и воспользоваться карточками, так как скидки у нас будут от 40 до 70% на разные категории товара. А также, как вы увидели, попадаются и подарки. И затем по итогам 14 каталога, как начнет у нас действовать 15 каталог, компания Faberlic рандомно выберет, то есть с помощью случайных чисел выберет главных победителей, которые у нас также обозначены в каталоге. Затем в новостях в личном кабинете вы сможете ознакомиться. И обязательно, если вы что-то выиграете, вам придет смс-сообщение от компании и от вашего наставника. Ну, а теперь я говорю вам всем пока. До свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале. И если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях.